Всем привет! А сейчас мы разберем замечательную песню композитора Максима Дунаевского, известную в исполнении Михаила Боярского. «Все пройдет». Начинается с темы припева, которая вначале звучит в качестве вступления. Зажимаем аккорд ля минор, то есть на первом ладу указательный палец на второй струне, и на втором ладу четвертая и третья струна с средним и безымянным пальцем. И здесь главное правильно играть правой рукой, иначе в быстром темпе пальцы будут путаться. То есть ставим пальцы на струну таким образом: безымянный на второй струне, средний на третьей, указательный на четвертой и большой палец, ну, сначала на пятой, потом он будет переходить еще на шестую. То есть вот пальцы стоят подряд. И играем теперь вместе пятую со второй, да, большой и безымянный палец. Затем указательным пальцем четвертая, средним третья, возвращаемся на указательный четвертая, снова третья, снова четвертая, безымянным вторая. И теперь вторую отпускаем, вторая открытая звучит. Пока ее играем, переносим руку вот сюда, мизинцем зажимаем шестую струну на четвертом ладу. Да, средний палец, в принципе, можно было не отпускать, но проще его отпустить, потом поставить туда же. То есть играем сначала шестую струну, четвертый лад. Теперь средним пальцем четвертая струна зажата у нас аккорд, подставляем указательным. Третья струна в первый лад, да, четвертая на втором ладу, третья на первом, вот таким образом. Лучше, конечно, мизинец не отпускать, чтобы бас звучал в то время, как вы играете заполнение на аккорде. То есть бас мы сыграли, шестая, теперь четвертая, третья, да, указательный, третья, средним играем, возвращаемся, указательный, правая рука, да, четвертая, снова третья струна средним пальцем и подряд указательным четвертая, средним третья и безымянным вторая, открытая струна получается. Повторим эти два такта медленно. Получится, то есть все ровно играем. Дальше указательный палец также у нас зажимает третью струну с предыдущего аккорда, третью струну на первом ладу. Вторая струна у нас третий лад мизинцем зажимаем и играем сначала шестую открытую, теперь третья струна, два раза вторая, теперь вторую не отпускаем, подставляем средний палец на второй лад на пятую струну, играем пятую вместе со второй. Теперь третья, третью мы тоже не отпускали. Теперь вторая открытая. И снова возвращаем мизинец на вторую струну, на третий лад, играем ее. Все, теперь мизинец сразу не отпускайте, играем бас пятую струну. И подставляем теперь снова аккорд ля минор. Играем сначала вторую струну, да, первый лад. И теперь заполнение опять. Четвертая струна указательным пальцем, да, третья струна средним, вторая безымянным и снова четвертая, третья, вторая. Повторим эти два такта медленно также. Дальше два такта повторяются у нас как сначала, как первые два такта были, абсолютно такие же. Вот дальше тоже следующий такт повторяется почти полностью, в конце только поменяется. То есть третья струна у нас первый лад. Вторая, третий лад мизинец и средний палец, пятая струна, второй лад. Сначала играем шестую открытую, третья струна, два раза вторая, теперь вторая вместе с пятой, теперь третья, вторая открытая. И теперь сразу подставляем аккорд ля минор, играем сначала вторую струну на первом ладу и потом бас. И заполнение также по типу предыдущих: указательным четвертая струна, средним третья,
снова четвертая, снова третья, снова четвертая указательным, средним третья и безымянным вторая струна. Вот до сюда мы доходим, затем повторяется полностью с самого начала, кроме вот этих последних двух тактов. Вместо них звучат немножко по-другому два такта. Начинается также шестая струна будет открытая, указательным зажимаем третью струну на первом ладу, мизинцем вторую струну на третьем ладу, играем сначала шестую, затем третья струна, первый лад, два раза вторая струна на третьем ладу. Теперь подставляем также средний палец на пятую струну на второй лад, играем пятую вместе со второй, повторяется третья, вторая открытая, опять меняется только последняя нота. Сразу подставляем безымянный палец на третью струну на второй лад, играем ее, играем пятую открытую и также аккорд ля минор, только не весь. Сразу сначала подставляем просто средний палец на четвертую струну, играем ее указательным пальцем, да, играем третью струну средним, мы ее не отпускали, возвращаемся на указательный, четвертая струна, теперь играем вторую струну открытую сначала, потом нужно будет вторую сыграть на первом ладу, можно отдельно, да, каждую ноту проиграть, можно на легато, то есть вторую играем открытую, потом указательным пальцем резко зажимаем ее на первом ладу, чтобы прозвучала вот эта нота до на первом ладу. И дальше доигрываем третья струна и четвертая струна на аккорде ля минор. Повторим эти два такта отдельно. Вот это вступление. Теперь проиграем его полностью с метрономом в медленном темпе. Таким образом должно прозвучать. И не забывайте выделять мелодию, то есть в нотах то, что палочками вверх написано, а вот эти вот заполнения, то есть вот первая нота, да, идет, а заполнение потише играть. Вот она мелодия, да, заполнение тише. Это заполнение, а вот здесь уже мелодия. И тише заполнение, ну и так далее. Дальше идет куплет. Начинается он тоже с аккорда ля минор. Сначала можно весь не зажимать, зажать только четвертую струну на втором ладу. Играем пятую и первую открытые вместе. Затем снова первая повторяется. Затем четвертую вот мы играем на втором ладу. Ее тоже тише, это как заполнение. Затем снова первая струна открытая. Вот теперь подставляем весь аккорд ля минор и играем четвертую струну большим пальцем, указательным третью, средним вторую и первую струну безымянным, первая открытая. Все отпускаем. Теперь первая струна, третий лад, сразу зажимаем. И сразу ее же можно зажать на первом ладу, чтобы сыграть легато. То есть здесь можно мизинцем, можно безымянным, как удобно. Играем вот первая струна, третий лад, играем ее вместе с четвертой открытой. Потом этим же
мизинцем, да, мы ее зацепляем, чтобы прозвучала она теперь на первом ладу, и либо безымянным. То есть это как украшение, можете, в принципе, сыграть отдельно каждую ноту. Затем первая открытая, и затем вторая струна, третий лад, мизинцем зажимаем, играем ее. Теперь играем четвертую открытую и подставляем средний палец на третью струну, на второй лад. Играем ее. Вторую мы не отпускали. Повторяем ее на третьем ладу и возвращаемся на третью струну. Повторим эти два такта медленно. Дальше зажимаем третью струну на первом ладу указательным пальцем, вторую на третьем, то есть похожее место было у нас во вступлении. И играем сначала шестую открытую, теперь третья струна, два раза вторая струна, третий лад, да? Теперь также подставляем средний палец на пятую струну на второй лад, играем вместе со второй, вторую не отпускали. Снова третья струна указательным. Теперь первая открытая. И мизинец возвращается на вторую струну, на третий лад. Играем ее. Теперь пятая открытая. И снова аккорд ля минор. Подставляем. Сначала играем вторую струну, первый лад. И дальше четвертая, второй лад, да, третья, второй лад. Потом вторая у нас зажата и повторяется, да, также пальцы правой руки указательный, средний, да, третья струна и безымянный, вторая струна подряд были, четвертая, третья, вторая. Повторим эти два такта. Дальше идет барре. Фа-мажорный аккорд, то есть барре на первом ладу. Полный аккорд нужно будет зажать, можно сразу, да, все струны. Вторым пальцем зажимаем третью струну на втором ладу, да, средним пальцем. И на третьем ладу безымянным пятая струна, мизинцем четвертая струна. И играем сначала шестую вместе со второй. Снова вторая повторяется. Теперь четвертая. Снова вторая. Теперь пятая, третья, вторая и первая. Все, отпускаем барре, меняется аккорд. Безымянный остается у нас на пятой струне на третьем ладу, а указательным зажимаем первую струну на первом ладу. Играем вместе их, пятая с первой. И теперь снова как украшение цепляем вот этим указательным пальцем первую струну, чтобы она прозвучала открытая. То есть сначала звучит на первом ладу, потом открытая, да, звучит. Можно сыграть все это правой рукой, можно первую ноту играем правой рукой, да, а вторую левой указательным пальцем. Бас старайтесь не отпускать, подставляем мизинец на вторую струну, на третий лад. И снова первая открытая. Теперь средним пальцем зажимаем четвертую струну на втором ладу, играем ее. Теперь третья открытая, указательный палец возвращаем на вторую струну на первый лад, играем ее и возвращаемся на третью струну. Повторим эти два такта. Вот барре у нас. Дальше средний палец зажимает пятую струну на втором ладу. Играем ее вместе с первой открытой. Затем мизинец, вторая струна, третий лад. Указательный, вторая струна, первый лад. Возвращаемся, вторая струна, третий лад, мизинец. Теперь четвертая открытая, вторая открытая. И снова пятая струна, второй лад. И четвертая открытая. Затем средним пальцем зажимаем первую струну на первом ладу. И сразу можно указательным на первом ладу зажать третью струну. Играем первую вместе с шестой. Теперь третья струна. Вторая открытая. Первая открытая. Средний палец переносим вот сюда на четвертую струну. На
второй лад, играем ее, играем третью струну, она у нас зажата, мы не отпускали, теперь вторая, и возвращаемся на третью. Повторим эти два такта медленно. Вот это у нас половинка куплета. Сейчас проиграем ее в медленном темпе с метрономом. Дальше идет еще одна половина. Начинается она так же, как и первая. То есть первый такт абсолютно такой же, и второй, в принципе, такой же. Сейчас их проиграю. Дальше похожее место тоже. Оно не похоже на такое же, да. И вот здесь меняется немножко. Вот мы пришли, сыграли вторую струну на третьем ладу, да, в предыдущем такте. Теперь теперь бас пятая открытая. И аккорд ля минор подставляем. Играем сначала вторую струну. Теперь четвертая. Третий аккорд держим. Добавляем мизинец на шестую струну, на третий лад. Играем вторую струну вместе с шестой. Теперь четвертая. Третья. И в конце можете отпустить весь аккорд. Играем первую открытую. Пока ее играем, переносим левую руку вот сюда, в эту позицию. Зажимаем первую струну на пятом ладу мизинцем. Указательным пальцем зажимаем четвертую струну на третьем ладу. Играем их. Ну и сразу можно зажать третью струну, тоже на пятом ладу безымянным пальцем. Играем теперь четвертую вместе с первой. Снова первая повторяется. Теперь третья струна. Теперь снова первая, мы ее не отпускали. Теперь указательный палец переставляем на шестую струну, на третий лад. Играем ее. Средний подставляем на четвертую струну, на третий лад. Ее играем. Третья открытая. И снова повторяется пятый лад, первая струна. И мизинец передвигаем на первую струну, на третий лад. Зажимаем ее и зажимаем на третьем ладу пятую струну. Играем их вместе. Теперь первая струна, первый лад. Указательный палец, бас не отпускайте. Третья струна открытая. Первая открытая, вот теперь бас отпускаем, переставляем безымянный палец на третий лад, на четвертую струну. Играем ее. Теперь средним пальцем второй лад, третья струна. И указательным пальцем первый лад, вторая струна. Играем ее тоже. И возвращаемся на третью струну. Повторим эти два такта. Все, теперь уже повторяется знакомый нам такт. Указательным пальцем зажимаем третью струну на первом ладу и мизинцем вторая струна. Третий лад, играем шестую открытую. Третья струна, два раза вторая. Теперь вторая, также третий лад и пятая струна, второй лад. Вместе играем. Теперь третья струна повторяется, первая открытая. Мизинец, вторая струна, третий лад. Теперь бас, пятая открытая. Указательный палец, вторая струна, первый лад. И подставляем также аккорд ля минор. Играем четвертую, третью. Также зажимаем мизинцем шестую струну на третьем ладу. Уже было, да, такое место. Играем ее вместе со второй. Аккорд держим.
Теперь четвертая, третья и первая открытая. И опять же мы сейчас сюда перейдем на пятый лад мизинцем. И повторятся эти четыре такта практически без изменений. Концовка только изменится. То есть эти два такта такие же абсолютно. Здесь также. И теперь сразу переставляем указательный палец на вторую струну, первый лад. Играем теперь пятую открытую. И также аккорд ля минор подставляем. Играем третью. И заполнение четвертое указательным. Третье средним, безымянным вторая. И также еще раз четвертая, третья, вторая. Повторим эту вторую половину куплета в медленном темпе с метрономом. Дальше идет у нас припев. То есть первая половинка припева звучит абсолютно так же, как первая половина вступления у нас прозвучала. Давайте ее сразу проиграю с метрономом. Дальше вы можете сыграть точно так же, как было во вступлении, то есть повторить сначала без изменений, либо можно чуть-чуть изменить для красоты, скажем так, и в оригинале там звучит бэк-вокал немножко выше. То есть зажимаем также аккорд ля минор, но играем вместе сначала две струны, первую и вторую, и пятая в басу у нас открытая. Таким образом. Дальше заполнение такое же. Четвертое, третье, четвертое, третье, четвертое. Дальше снова две струны играем. Первая, вторая. И теперь две струны нужно будет сыграть третью и вторую. Быстро вот зажав их таким образом мизинцем. Третью зажимаем на четвертом ладу. А средним пальцем вторую струну на третьем ладу. И играем их вместе. То есть нужно потренировать именно вот этот переход отсюда. Вот сюда. Теперь держим эти струны, добавляем бас. Безымянный палец у нас свободный. На четвертом ладу зажимаем шестую струну. Теперь указательный подставляем на четвертую струну, на второй лад. Играем ее. Весь аккорд держим. Четвертая. Теперь третья у нас зажата. Снова четвертая. Третья и подряд четвертая, третья и вторая струна, все на этом аккорде. Теперь отпускаем, зажимаем малое барре на первом ладу указательным пальцем, то есть три струны, первую, вторую, третью. И сразу мизинец можно поставить вот сюда на вторую струну, на третий лад. Играем шестую, играем третью струну, играем вместе вторую с первой. Повторяется первая. Теперь первая струна повторяется. В басу у нас пятая струна на втором ладу. Теперь третья повторяется. Повторяется вторая. И вместе повторяется вторая с первой. Все на этом аккорде. Теперь пятая открытая звучит.
И снова возвращаем указательный палец на первую струну, на первый лад. На вторую струну играем вместе вторую с первой. И подставляем аккорд ля минор. Также играем четвертую, третью, вторую, четвертую, третью, вторую. То есть у нас изменились только эти четыре такта. Повторим их отдельно, медленно. Дальше продолжение такое же, как и было. На ля миноре играем пятую со второй струной. Теперь четвертая, третья, четвертая, третья, четвертая, вторая, вторая открытая. Также мизинцем зажимаем шестую струну на четвертом ладу. Играем ее. Теперь четвертая струна, второй лад, средний палец, указательный палец. Первый лад, третья струна, четвертая, третья, снова четвертая, третья, вторая, также шестая открытая, третья струна, первый лад, вторая струна, третий лад два раза, теперь вторая вместе с пятой, пятая на втором ладу, третья повторяется все на этом аккорде, вторая открытая и третья струна. Второй лад, безымянный палец, пятая открытая, подставляем аккорд ля минор, четвертую играем, третью, четвертую, третью, четвертую, третью, вторую. Такое заполнение. И в окончании эти два такта повторяются еще два раза. То есть один раз точно так же. Этот такт повторяется также. И последний такт меняется. Он звучит у нас, как такт звучал перед куплетом в конце вступления. Также вот мы зажали, сыграли третью струну на втором ладу, да? Теперь аккорд ля минор подставляем. Играем сначала пятую открытую. Теперь четвертая, третья, четвертая. Теперь вторая открытая, да, была у нас. И молоточком ударяем указательным пальцем. Вторая она в первом ладу прозвучала. И третья, четвертая. И в конце пятая вместе с третьей. Вот такой конец. Теперь можно повторить весь припев с метрономом в медленном темпе. Вот так, опять же, повторюсь, если хотите проще сделать припев, то сыграйте точно так же, как вступление. В принципе, возможен и такой вариант. Вот и весь разбор, довольно длинный получился, но зато подробный. Всем удачи, успехов и до новых встреч!